В Карачаево-Черкесии в год развития промышленности открылось еще одно значимое предприятие, расположенное в региональной столице фабрика «Гостекстиль». Выполняет в том числе госконтракты. Торжественный запуск прошел при участии министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Мурата Агапова. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Педагог по образованию Фатима Уздинова с детства любила шить. Спустя годы хобби наконец-то стало для нее специальностью. Я сама шью дома вещи, одежду себе шью, детям шила. А когда открыли эту фабрику, это предприятие, я пришла посмотреть, что тут. Но станки новые, я впервые столкнулась с этими станками. Машинами. Ну, мне понравилось. В Карачаево-Черкесии много внимания уделяется промышленности, а 2023 и вовсе тематический год. Открыты несколько предприятий, которые с первых дней существования доказали значимость выбранных направлений. Фабрика «Гостекстиль» из их числа. Здесь трудятся несколько десятков человек, причем не только жители нашей республики, но и выходцы из дальнего зарубежья. При необходимости мощности могут быть увеличены в соответствии с запросами заказчиков. Условия позволяют. У нас направление сейчас на оборону, ВСВО, военную форму шьем и бейсболки. А сколько технически можно сделать, выполнить и кто это делает? Форму мы можем шивать от 50 комплектов за день. Это только стартовая, а так в дальнейшем будем расширять количество. А бейсболки можем делать от 500 штук в день. Современное оборудование, грамотно налаженный технологический процесс, просторные рабочие места позволяют персоналу фабрики беспокоиться лишь о качестве продукции и сроках выполнения заказов, в том числе от регионального Минпрома. Участие в торжественном запуске производства приняли представители исполнительной и законодательной власти в республике. Это очень хорошее событие, тем более, что оно происходит в год, объявленный Рашидом Борисовичем Тербезовым годом развития промышленности. Здесь на сегодняшний день работают до 50 человек. При выходе на проектную мощность будет работать 150 человек. Все это неизменно будет вносить вклад в развитие нашей экономики. Вот мы сегодня видим полное импортозамещение. Шикарно, молодцы. Хочется пожелать ребятам дальнейших успехов, завоевания рынка. Пошив спецодежды – важнейшая составляющая производственного процесса. Руководство фабрики понимает, какая ответственность возложена на коллектив. Здесь стараются выполнять все необходимое качественно и в срок. Законодатели почетными грамотами отметили вклад фабрик «Гостекстиль» и «Красный Восток» в развитие промышленности в регионе. Артур Мхце, Михак Аркелян, Вести, Карачаево-Черкесия.